Hey, okay, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Legendary. Окей, мы должны остановить, как я понял, голема, который почему-то идет на меня, а я должен идти куда? Если я хочу остаться в живых. Блин, мне так и предлагают ее взять. Ну, нет. Да, может быть, она из какой-то степени хорошая. А, ну давайте я, ладно, ей попользуюсь пока что. Если бы у меня, если бы здесь стрельба была поспокойней и он стрелял ровно, тогда это я понимал бы смысл брать второе. Снова в метро. Ретро. Не стойте у него на пути. Собрать данные. С компьютеров можно собирать данные? Его не отряд на национальной гвардии отправлены на охрану аэропорта Кеннеди. Всем война обязана немедленно явиться на место сбора и ожидать приказов. Так, и сколько у меня патронов всего? Или это не максимум? Но я обратно не вернусь, да? Ой, как же они меня заставляют постоянно в метро лазить? В подземке повсюду огненные чудовища, твари похожи на волков, пожирающие людей. Что происходит? Нам всем конец! Окей. Бля, я не знаю на самом деле. Давайте пока что с дробовиком буду ходить. Ясно, как обычно, обычные. Надо было там отхилиться. Получается на это. Это звук ящерок. Ни с каким иным не перепутаешь. Так, энергия у меня максимальная. Все равно стрёмно, слышите вот атмосферу или не слышите? Скорее всего, нет. Вот мне стрёмно, я с вами разом... А, все, уже не стрёмно. Нам необходим работающий мин, чтобы завалить голема. Мы постараемся сдержать монстров, пока ты ищешь детали Найдите детали генератором.
Какие детали? А, эти детали. И скажешь, когда наиграешься? Ну да. Заебёшь. Ну, хотя бы моих тут бесконечно. Понять бы, куда мне идти? Я понимаю, что только одна часть из трех найдена. А-а-а. Я могу просто пробежать это все дело и собрать все, что мне необходимо. Не здесь. Нашел. Я вас понял. Сюда, Декер. Мы установим его под этой дырой в потолке. Прикрой меня, пока я буду собирать генератор. Одно неверное движение, и эта штука может рвануть. Ох, найс. Ну, с этими вот так разбираемся. Ну, типа, они не такие уж и сложные. Огненные струи. Я, видите, хорошо, что я сразу вентилятор включил с водой. Долго защищать его надо. Долго еще? Давай быстрее!
Хорошо, что здесь серьезно этот включен. Куда дальше? Мне ж теперь его заряжать надо. Изи, я спас хотя бы одного. Вот и все. О чем я вам и говорил? Всегда смотрите на за спину. Всегда смотрите за спину, если враги могут быть в спину, ну, в спину типа входить. Так, зачем? Вот нахера это оружие? Призраки. Так, я помню, где-то все равно я буду обваливаться и падать. Да, вон призрак пролетает сквозь стены, оказывается. Да, тварь. Что там? Запущен 2 ДДТ, хорошо. Да. Знаете, куда они их ее отнесут? Вот туда, в подводочку. А потом меня там немножечко должны закрыть, если я не ошибаюсь. Это стрёмное место, я знаю. Тупые спириты. Нормально, так стоим. Все окей. И меня не будет засасывать. Или я должен попасться в засоску эту? Ты чувствуешь, когда вода горит?
Вот и все, мы освободились. А туда не пройти. Ну, как видите, можно было тут зацепиться, либо сюда идти и сразу отстреливать. Надо было ящик. А, ящик. Шестой говорит Альфа, что с генераторами? Два генератора готов. Рекорд направляется к третьему. Принято. Нас тут прижимают твари и черный орден. Чем скорее мы отсюда уберемся, тем лучше. Рекорд, ты слышал? Мы рассчитываем на тебя. Вы видите, хотя странно то, что они на меня не напали. По факту они должны были на меня уже напасть. Но они на меня не напали. Походу я уничтожил это растение. Расстрелял его. Просто расстрелял. А-а-а. Так не работает. Ну призраки. А, вот где призраки, да, точно, они же в здании теперь будут. Я видел, как какой-то гигант схватил автобус и швырнул через улицу. Надо выбираться отсюда, пока еще есть шанс. Отменить все встречи на сегодня. Вот, видите, они типа окружают. И вот это вот херово. Кажется, они тут не бесконечны, но... И тут много. Лучше валить. Хера сюда зашел. Во, видите, все, меня зажали. Так, отвалите. Куда дальше? Давай, атакуй, ну чё ты? Вот это вот меня всегда бесило, потому что их до туда хера. И они бесконечные. А вот пули у меня не бесконечные. Ладно, короче, лучше бежать на самом деле. Ой-ой-ой. Энергетический след нарез схож с маломощным эми-генератором. Может быть, это важно? Скорее всего, это имеется в виду, если я сейчас генератор запущу. И эти твари тоже подохнут. Вы это имеете в виду?
Так я не успел его зарядить, алло. Меня как будто что-то утягивает. А, генератор унесли. Ух. Так, Голева мы, а не вы, одолели. Голев нас больше уже не потревожит. Уничтожен, повторяю, голем уничтожен. Всем группам захватить ящик Пандоры. Так, мне надо спускаться, да? Ведь ничего нету. Вот этого ж не было, ло. Стекла этих. Ну, видите, все чисто поменялось. Да, хапульки у меня много. Как? Об что? Это типа звук радио? Чисто ГГ. Голем уничтожен, повторяю, голем уничтожен. Всем группам захватить ящик Пандоры. Ой, боже. Чисто просто как сдохнуть. Декер, обыщите останки голема. Ящик Пандоры где-то там. Грунетки. Мне дают грунетки. Решил просто немножечко спуститься, посмотреть, что там. Плюс труп. Чисто плюс труп. Как-то все изменилось, не думаете? Очень сильно все поменялось. Но мне предлагают только вниз идти. Данных тут нету, как я понимаю. Ладно, поехали тогда. Солдаты Черного Ордена направляются за ящиком Пандоры. Перехватить их и уничтожить. Мы не можем потерять этот артефакт. Кто опять идет в канализацию? Я. А, они с первого просто не умирают. Они просто с первого не подыхают.
А там в голову попадешь разок, они сразу подохнут. Бэм-бэм. Это чтоб на всякий случай, чтобы опять эти не повозрождались. А я думал, мне показалось. Стоп. Чел, я думал, мне просто показалось. Запустили мне в комнату кошелька, чтобы он сейчас порал, вымазал мне всю кровать и ушел спать. Да, я знаю. Что ты, мокрый, мокрюха. Так, граната высокого взрывчатой силы М99Р является новейшей усовершенствованной версией стандартной ручной гранаты. М99Р может использоваться и для дистанционных взрывов. Это позволяет избежать опасности при броске. Задание не дайте черному ящик Пандоры найти. Хорошо. Снаряжение. Авиакосмический транспорт. Ага, мы это читали. По счастью, Черный Орден больше полагается на наземные войска, чтобы меня прикончить, и вертолет улетает. Как только высадка высадится десант. Должно быть, их отзывают для борьбы с более серьезными противниками. Твари, нари. Я заметил, что перед нападением они переходят из призрачной формы в материальную. В этот момент они становятся уязвимы. Но это так. Поэтому мы не сразу атаковали, а ждали. По идее, здесь коктейль Молотова должен лежать. Но здесь лежит ровным счетом ничего. Ровным счетом ничего. Ха, типа, лансует, лансует. Сык. И бегает, и мансует. Помощь прицеливания это только, блин, как я понимаю, подсветка красного врагов. Я правильно, да, это понял? О, кто-то с кем-то стреляется. Ой, короче. Это та же самая, да? Сейчас я помогу, подожди. Я сейчас просто их обойду. А, я не смогу. Молодец, швыряет коктейль Молотова далеко. Заметьте, что мы ходим по одной и той же локации. Мы, в принципе, даже локацию не меняем. Проблемы с тенью здесь есть. Типа, враг здесь, а тень тоже здесь. Так, собираем сразу все, что есть. Ну да, видите, типа эта пушка, она сразу не убивает, поэтому можно сказать, да, она типа не такая уж хорошая. Но с одной стороны, она все равно многострельная. В ней много патронов. И она полезная. Те же обр... Так, не сюда, подожди.
А, это чисто я здесь могу оружие взять, вот это самое хорошее. Новое, которое. Но для меня оно бесполезное. Хотя я на самом деле не знаю, сколько всего. Давайте посмотрим пули в ней. Триста тридцать. Ну, нет, я возьму лучше этот. Если можно было вместо молотова, я бы поменял вместо молотова. Почему так все изменилось? В плохую сторону. Просто локация стала темной. Понимаем. То чувство, когда ты всаживаешь пулю, ту пули и не убиваешь. Гранаты. Пули. А, сейчас. А что со звуком случилось? Что такое, хочешь выйти? Да, Тосяк? А я говорил, что, блядь, тебя сейчас запустят и все. Так, окей, поехали. Ага, они сверху, слева. Еще кого-то подсвечиваются. А, это труп подсвечивает? На, тут и щупальца сразу. Окей. Что, ребят, Нью-Йорк, поехали. Нью-Йорк, полис. Манать. Главное, по мне не попадают. Ну ладно, здесь постоянно хотя бы хилки есть. Ну, в смысле, постоянно. Ну, хотя бы есть. Ладно. Вот это уже плохо. Декерт, мы отправили за тобой вертолет. Спасибо. Внимание! Инфрасканеры показывают, что монстры двигаются в направлении ящика Пандоры. Декерт, похоже, к тебе там гости. Будь осторожен. Да? Возьму на сведение. Что-то место похоже на арену. Зона очень похожа на арену.
Беги! Ух, черт. Да, вот и не скажешь, что легко. Но зато теперь оборотни стали невидимыми. Артефакт у нас. Повторяю, ящик Пандоры у нас. Всем группам вернуться в свою зону высадки. Надо отвезти эту штуку на базу. База оказалась чуть дальше, чем я думала. Лексингтон переправил нас с ящиком Пандоры через Атлантику в штаб-квартиру Совета 98, подземный комплекс под зданием парламента в Лондоне. Совет заполучил артефакт и немедленно начал его исследовать, пытаясь понять, как обратить вспять процесс, выпустивший в наш мир всех этих чудовищ. Совет всеми способами исследовал печать на руке Деккарда, но никто так и не смог понять, в чем смысл этого клейма. Тем временем, я сообщила Лексингтону о том, что у Лифея есть тайная лаборатория в Англии, где он проводил исследования, связанные с ящиком Пандоры. Мы решили совершить рейд на этот комплекс в поисках информации. Деккард настоял на том, чтобы присоединиться к нам, в конце концов, ведь именно его Лифей обманом заставил открыть ящик. А теперь он хотел все исправить. Совет не соглашался, поскольку считал печать у него на руке слишком ценной, чтобы ею рисковать. Но Деккард был полон решимости и в последний момент все же успел добраться до вертолета. Внимание, джентльмены! Приближаемся к зоне высадки. Именно здесь Ли Фэй вел исследование по ящику Пандоры. Наша цель — узнать об этом как можно больше. Судя по снимкам со спутника, там полно охранных тварей, так что будьте поосторожней. Было бы из-за чего беспокоиться, босс. Грифоны! Больше не продержаться, мы снижаемся, готовьтесь! Вот это как раз то место, если не ошибаюсь, кладбище. Деккард, Деккард, очнись! Здесь мы должны двух новых врагов найти. Лексингтон без сознания, все остальные погибли. Я запрошу у совета помощь, а ты должен найти результаты исследования Лифея, каждая секунда на счету. Отправляйся в собор, лаборатория в его подземной части. И Деккард, постарайся остаться в живых. Не люблю терять друзей. А со мной, типа, ты не хочешь, да, пойти? Ну ладно, ребят, чё, тогда я думаю, мы с вами на этом закончим. Что у нас тут? Мне... Так, не жди нас, найди лабораторию Лифея, я вызову совет, чтобы затребовать подкрепление. Снаряжение, вертолет, черный ястреб. Вертолет совета в состоянии одолеть грифона одним, так, один на один. Но если эти твари целая стая, это безнадежно. Надеяться, совет станет новую тактику боя. Информация, Вивиан Кейн. Вивиан разговаривала не на шутку, она выложила совету все, что знала о тайных планах Черного Ордена. Трудно сказать, что то ли она пытается загладить свою вину, то ли просто мстит Лифею. Скорее всего, и то, и то. И другой сразу.
Так, ну что, в принципе, как-то так, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.